твоих там детей и так далее, то они типа несут ответственность за твои там какие-то долги. Это все хуево, если что. Блин, как же коряво я объясняю, блин. Сука, убейте меня нахуй в GTA RP. Ёлка, заебатая ёлка, хули. Заеб... Имеет право отказаться от наследства? Ну, конечно, он отказывается от наследства, соответственно, он отказывается от кредита. Беселка. Я тут сапки дарю, у меня кредит 800к и хата за 4к. Соболезную. Заебись. На самом Заебись. деле, искренне. Ебать. Помните мультик про такой такое ощущение, что мне эти уши просто на мозг дают, и я не могу сконцентрироваться. Короче, помните мультик, который был, короче, про какого-то там вампира? Он такой, ну, большой. И еще что-то, короче, блядь, я не помню. Как называется? Я не могу сказать словами, потому что он в черном костюме таком был. Дело не в наушниках. Монстр на каникулах, да? Сейчас смотрю. Да! По-моему. Хайповый мультик? Нормальный? Хорош. Ну ладно, хорош. Не хотите, не хотите. Холодно не хотите. Минус двух у нас в Якутске. Минус. Не хотите, не хотите. Опять он с виду натит сотки. Я в ахуе просто. Балта? Нет. Не хочу плакать. Кредит накапал на сумму 81к. Я раньше не знала кредита, и тут бац, письмо, что подали на меня в суд. Брат и сестра знали о кредите и умные отказались, а я не знал и вошел в наследство. Ну, вообще, это хуёво, да, дело. Если ты забьешь на этот кредит, то у тебя просто приставы будут пушить, у тебя все счета начнут замораживать и так далее. То есть, если ты хочешь оставить наследство то, что у тебя сейчас есть, то выплати просто кредит, закрой и все его. Холодное сердце. Ну, вы что, вообще, девчонки, что ли, смотреть «Холодное сердце»? 50 вот это реально холодно. Да у меня дует. Именно, ладно, дома тепло. У меня именно в дома холодно, понимаешь? Вот кто просто, вот просто гений. Она просто, вот просто гений этих мыслей. Но на самом деле дома у нее действительно холодно, очень холодно. Оставь меня среди этих Гарфилда, не хочу небесных Гарфилда. видений. Да пошла нахуй эта грусть Вы хотите ебучая. Гарфилда? Бич. Слушай, я не могу, он напрям сойдет. Гарфилд ты мультик? Охуел, блядь. Попасть. Ну ты Ты охуел, Алонзо, охуел. блядь. Вы видели это, блядь? Ну это батя, ебать. Мультик или фильм? Не Сэм! хочу. Не хочу Гарфилда смотреть. Я тебе! Сэм щит! Во! Видел? Сэм Бубо. щит! Сейчас хотите, буду специально стонать. Наш чел. Ариночка, Ариночка, успокойся! Ого. А что, я не забыл ого. микрофон? Ариночка. Ну, нихуя себе. Я хочу с Ариночкой играть в квест теперь по КД. Такой крейгазм Эй, йоу, молодой испытывать. киберспорт. В инвентаре один ширпатрюб. Все, сейчас будет консультация от меня. Если что, мои консультации совершенно бесплатные, потому что я ни в какой организации не работаю, ни в какой клинике юридически не работаю, все Я бесплатно. просто очень жадный, и какому-то банку деньги давать не хочу. Я только на девушек щедро трачу деньги. Типа я могу погасить разом, но я жадный в этом плане. Когда не брал в долг, и должен платить. Но ты же должен понимать то, что тебя сейчас... То есть ты вступил в наследство, то есть ты по закону сейчас наследник, который несет всю ответственность за свое наследство и за кредит, который есть у тебя сейчас.
То есть с наследством все вместе идет и кредиты, если они были. Я так понимаю, это ипотека, которую нужно закрыть, или что? Какой у тебя кредит? Я не понимаю, блядь, что, какой кредит еще может быть? В общем, тебе нужно закрыть. Если ты не можешь закрывать, то у тебя будут счета замораживаться. Если ты не хочешь закрывать, есть обход... Блядь, это все нужно по закону делать, если что. Я бы тебе объяснила, как можно было бы, как можно обойти, но этого не стоит делать, потому что это все незаконно, и все мы осуждаем вообще. Осуждаем незаконность. Просто выплати 81 тысячу рублей и не парься. Ты себе... Блядь, всего лишь 80к? Серьезно? Ты жадничаешь 80 тысяч рублей? Лучше ты потрати на это и спи со спокойной душой, чем тратить на девушек ссылок. Деньги. Согласна, чат? Ну, в смысле, по сравнению с тем, что у него есть в наследстве, по сравнению с кредитом, это, ну, мелочь. Либо у тебя потом из этого кредит будет накапливаться, наследство потом у тебя будут отбирать, а это арест, и все. Ну, лучше, я не знаю, выплати серьезно этот кредит, не трать на баб деньги, и все. И не парься, и живи спокойно. Если бы мне тоже какой-нибудь мерч... Ну, он сказал, что, типа, вместе с наследством перешел кредит, понимаешь? Вместе с наследством. Из Наруто приходил, то я бы тоже обрадовался. Ну, примерно слышно. Вы должны ее чувства понимать. То есть представьте то, что вам нравится. Допустим, там, ебаться в жопу, и вы заказали там, допустим, Стропон, да. Представьте то, что это распаковка того, что вам нравится. И все, чтобы понять именно чувство к себе. Помоги, как 800к по фасту выплатить, работать зубом. А не тратить деньги, опять же, на тупых стримерш и дарить им сапки на канал. Понимаешь? Вот, просто вопрос, вот просто один вопрос все решает. Вы тратите деньги, ну, не на себя, не на свои блага, не чтобы сделать себе лучше, а куда-то, ну, другим людям. Со стороны BTS там, и так далее. Вот. Это фотобук. Что это значит? Здесь все. Она любит кей-поп? С фотосессии альбомных. Фотобук. Хасок, Джин. Носок, Джин, блядь. Носок, блядь, кто меня, блядь? BTS! Ну, короче, сегодня понятно, фильм будет? А мы думаем, будет у нас фильм или нет. Ну, я бы посмотрела что-нибудь, наверное. Джангук! Ну, дай посмотреть. Дай фоток. 130 фотографий. Сколько стоит распечатка? Рублей 15 одного листа? 130 на 15. 1500 рублей. Полторы тысячи. Ксюх, пиздец, за 5к купила выпускной альбом пацанов. Придумайте мне фастом, пока мы смотрим Twitch нарезку, какой-нибудь новогодний мультфильм, либо фильм, но без запрещенки. Планю Д. А, да? Как сапку на гусят катить? Ты можешь, кстати, отменить, по-моему, по факту. Я могу что-то заколить, Назар, давай. Если я не против буду. Здесь... Еще один фото. Не Гринч, не Клаус, я все ответила. Круто. Да... Давай ты не будешь мне сейчас донатами спамить, ты просто мне напишешь после стрима, и я тебе все объясню. Это не ипотека и не автокредит. Чисто кредит на личные нужды брался. А в наследство квартира досталась. Забрать ее не могут. Я схитрил, сделал так, что это мое единственное жилье, так что не заберут. Нет, они могут забрать, ну, в смысле не забрать, а сделать так, чтобы ты продал, выплатил кредит с этой суммы и купил себе жилье поменьше. То есть недвижимость, можно ее продать и купить поменьше, чтобы выплатить кредит. Это так обычно и делается. Нет, конечно, естественно, логично, тебя никто на улицу не выпнет. Привет, Оля. Давай фильм «Контакт», он про космос. Чату понравится. Плюс актеры хорошие с Интерстеллара, и по качеству он второй после Интерстеллара. И над Спасибо. Нам работали также астрономы и астрофизики. Спасибо за 100 рублей. Ну, как-нибудь посмотрим. Полный расколбас, еще нормальный мультик, ребят. Что было в столовке, дежурить в школе, можно было всяким ёбкам пенис в чай опускать. У нас, кстати, в школе был столовский чай, очень вкусный, сладкий. Да? Нет, там ебля. Ну ты, Гусев, долбоёб! Чё ты советуешь, ебланище? Чмыга ты ебаная? Сука. Боже, какой же он ебаный, мод, ну нахуй. Хорошо, напишу. Спасибо за 100.
И ты как бы после такого сейчас начинаешь задумываться, если честно, блядь. А может быть, смотрим 101 далматинец? Я же пил чай в столовке, сука. Я тоже, блядь. Причем чай в столовой все время такой уебский был по вкусу. Как будто реально туда члена кунули, блядь. Колбасу помыть? Ну ладно. Хорошо. Ёбаный рот, нахуй, чё? Так у него штанишки новогодние прикольные, но красный, ненавижу красный. Мне ещё должен свитер в поисках Санта... Лапуса, знаешь такой? Нет, Санта Лапуса. Мне должен всё, свитер прийти, короче, по бартеру новогодний. А чё вы смеётесь? Он тоже красный, ну типа будет с красным. А чё вы смеётесь? Так не люблю красный. Хранитель ебаных снов. Шестой раз пишу, заебало. Не люблю я этот фильм, мультик пересматривать. Я смотрела его первый раз, понравилось, а второй уже не идет. Типа второй раз я пересматривала, мне уже типа такое, ну типа душно. Сейчас еще и почищу нахуй. Будете, блядь, смеяться. Сейчас я еще и почищу. Надо было с мылом мыть, ты неправильно помнишь. Не, сейчас я еще и почищу, погоди. У них клавиатуры охуенные есть. В смысле, Клаус, да мы только недавно смотрели. Да, сейчас вот это, на... вот, вот, как гитара, блядь. Ха-х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 а-
С ручником, блядь. С педалью нахуй. Лёш, ты чё? Его тебя порвало? Чекай, мой донат предыдущий. Оль, ты знала, что наушники, которые тебе прислали, можно подключить? Ого! Серьезно? Ну ничего себе, можно их подключить? Прям так, по блютусу? Офигеть! А что, так можно было? Жесть! Ну как? Жесть! Серёжа! Серёжа, ты на... Подожди! Подожди! Ты на меня смотри, блядь, блин, внимательно. Понимаю, куда ты смотришь. Ты вообще меня... Ты на меня смотришь? Какой он долбоёб, бот. Какой ты конченый, нахуй, бомба. Боже, блядь, какой ты уёбище ебаное, блядь. Три богатыря и шо? Шамаханская царица, а, да? На, бля, пойду куда глаза глядят, ебаные. Похуй, два человека-паука. Говорите, когда достаточно, окей? Ребят, говорите, когда достаточно, окей? В поисках Санта-Лапуса фильм прикольный, бан моментов вроде нет, так он детский. Санта-Лапус. Я буду смотреть в чат. Санта-Лапус. Нормально? Хватит? Хватит, че еще? Ой, не... нет. Еще? Я хочу новый. Ой, блядь! Мышка тоже подключается, я в курсе. Ну теперь точно хватит. Я увидела, да. Но я не хочу. Старые фильмы и мультфильмы. Ночь просто сон в блёстках, а судьбу свыше мы любовь допишем. Сами. Бля, Хантик на дыре своем так пел классно. Мы... Просто как мед в уши заливался. И с тобой любовь счастье принесет Новый год, снежность облаков, вечная любовь, волшебство во двор, Новый год. Я говорю им, что ты поешь от души, согласен? Конечно. Конечно. Хантик, это вообще самый душевный человек, которого я знаю. Главное... Просто главное... А чё у тебя с концом? Блядь. Диман, блядь, не в твоём возрасте. Бади. Это как Банди, только Бади. Есть классные новогодние фильмы. Чатик пусть голосует. Щелкунчик и четыре королевства. Рождество с неудачниками. В канун Рождества. КСТА всех с Рождеством. Да еще рано с Рождеством, ну спасибо за 100. А что-то то, что он перечислил, это нормальное? Ведь о концах, блядь.
Вот это смешно, блядь. Скоро будет ёлка, то... Что за хуйня? Почему ты не накрашена? Не знаю, мне похуй. Просто мне поебло, чисто похуй. Дверь открыта, вообще похуй. Смотрите, офигенный фильм. Блядина, ты ебаная, блядь! Собственно, 25 число. А что, 25 числа это Рождество? Привет, Олечка, привет. Рождество, дата. 7 января. Рано. О, нихуя БДСМ. Злой БДСМ. Сколько тебе еще брекеты носить? Еще месяц. Я в феврале снимаю. Мы зашли, нормально гримировали, ну, гримчик грязный. Бля, там такая красивая гримерша. Спиздил цепочку, Нави сидит, выебывается. Есть Гринч мультик. А что, интересно, кто-то смотрел вообще его? Ты шо, дядь, такая красивая, ёбнешься, это мой типаж. Я думал, все, надо атаковать, но я увидел грязюку на этом пальце. Я думаю, wait, man, don't worry, be happy. Все, останови коней, нахуй. Твою ебало гримировать она не будет. По факту кто-то уже другой гримирует ее. Но не суть, это не суть. Ну, типа, я немножко расстроился, но потом собрался. Собрался, потом, ладно, хуй с ним. Падла ебаная. Ля, крыска, ползет. Ползет. Сейчас объебется, вот чувствую. Вот, ну, карма. Хочет на нож его посадить, но он сейчас заметит, и ему пизда. Ну, прям чувствую. Ну, Леша, это карма, знаешь? Как же я читаю эту игру! Тихо. Рождественская история? А чё? Сейчас посмотрю. Сидите. Рождественская, что он делает? Что произошло? Бойлер, блядь! Чё ты хуйло думаешь? Интересный? Да я не могу, какую дверь ты стоишь, блядь, давайте посмотрим. На балконе, ну, так... Рождественская история выглядит прикольно. Мне нравится, как нарисовано уже. Я просто не знаю, не смотрела. Интересный? Интересный мультик «Рождественская история»? Интересный? Фильмы норм. Без запрещенки. Сегодня за рубежом Рождество в США, Англии и так далее. А, католический, типа. Спасибо за все еще раз. Хорошо. Я стою на балконі, бо я підпалив цигарку, стою, жду, блядь. 10 дівки, коли підуть, вже я буду дивитися, сука, коли вони підуть, бо я палю цигарку, сука, і в мене настроєння, типа... Пара на праздник? Я смотрела этот фильм только недавно, это новый, по-моему, фильм. Мы смотрели... О, я смотрела его, короче. Блять, и пакет просто 70 лет победы. Ну! Ты красиво без макияжа. Ой, давай не пиздить. Вот что вы врете? Кому вы врете? Вы хотите мне угодить? Вы хотите подлизаться ко мне? Я знаю то, что я страшная. Да, я знаю. Я знаю, что я страшная. Ну не надо. Ой, ты такая симпатичная, ты такая милая. Не надо. Назар, похуй. Лучше пишите вот правду, ну чисто правду, ну вот оцените вот адекватно. Не говорите вот эти вот ваши, не верю, ни одному слову не верю. Здрасте. Не верю. Обычно все боятся, короче, со мной разговаривать, потому что все видны в камеру, а сейчас ее не видно. Вы ее не заметили? Скрытность подвела меня. Сейчас укусит. Ты очень красивая, сердечко. Пиздец, ну вы так смущаете меня. Вы штукатурки ебабельные? Да я не юзаю много штукатурки. Максимум, как я окрашусь, это стрелки. Птичка. И ресницы.
Модеры. А у меня модер только один гусев здесь, понимаю.